Всем доброе утро. Сегодня 22 января. Проспала 5:49 сейчас. С девчонками будем солнышко встречать. Вот это кафе, про которое я рассказывала. Здесь наши соотечественники работают. И борщи, и гороховые супы. И каждое утро блинчики. Так, снимаем тапочки. Посмотрела 6:11 у вас сколько? Посмотрю. Ага. А вот эти сумки. Искупаемся. Сейчас камеру проплыву. Никого. Привет. Я звук отключила, не слышала, только прочитала, звук отключила, и сейчас прям вот с кровати скочила. Это Айгин. Ой. Почему? Ага. А где Влада? Не, они спрашивают. А. Ждем. Ой, какое море теплое. Прям скачу за одну минуту. Забежала. Хорошо, что сейчас покажу. Попробую пройти подальше. Как всегда, людей нет. Прекрасно. Ой. Он подальше. Метр волны. Такое видео успокаивающее. Можно вообще без моих комментариев снять. И шум волн слушать. Пишет, что на улице 25. Ну, море 25 это точно. Так, надо. Ой. Рядом с нами находится отель Пандаус. Там тоже очень ухоженная территория и лежаки на травке, не на самом песочке, по периметру отеля. И нет серферов. Каждое утро грабельками собирается вьетнамец. Начинается восход. Сегодня яркое, желто-красное, да, какое-то? Ну да.
как это? Ой, красиво как.